Мы так не договаривались. Так, блеса нету. К несчастью и сожалению. Рыбешка, рыбешка. Возьми на губешку. Резурек так нормально сразу заехал. Под землю покупаемую на второй ход. Ну, не обязательно на второй, но примерно так. Так, ну и что у меня из объектов? Одна конса есть. Ну, в принципе, конса это уже неплохо. Хотя, конечно, надо было бы побольше объектов. Разбежка в 7 героев, там непонятно, из-за одновременного хода. 1-1-1 берет сап, сап-суп, непонятно. Ну это хорошо, значит, у него не так, не факт, что будут куча объектов. Дропы? Нет, дропов нету. Так, анонс в группу забыл дать. Анонс забыл дать в группу. Не, ребят, дропы не у меня. У меня прям 0% потери кадров. Так что это где-то в другом месте. Привет, Витя. Всем привет, ребята. У оппонента какие-то проблемы со связью. Может, это как-то сказывается. Так, шлем череп заехал. Прикольно. Так, что нам в гейме дают? Блеск дают. Блеск это почти блеск. Так. Там зефирку видно. О, мужик-то какой прошел, крутой. Крутой мужик пришел. И еще крутой мужик пришел. Блин. Ну, Крэга-то можно и это. Даже не знаю. Тактику схватил. Надо всех мужиков провести по камню. Супер крутых. Если Крэг схватит логу, то это изи Крэг. Изи Крэг причем. Лол, еще и луна. Блин, зачем я ее сразу выкупил? Так, ладно, лобеты, давай тогда собирай. Бабосики. Бабосики теперь очень нужны ввиду того, что мне всех этих лопухандриев нужно провести по камню.
Тысяча сто. Даже не хватает купить то, что нужно. Ну, по крайней мере, все, что нужно. Так, рыбёх оставим. Уж очень они это... Уж очень не того самого. Так, ну на самом деле... На самом-то деле объектов я не вижу. Денег мало, объектов не видно. На самом-то деле... Книжку Монеру не купил. Зефирки есть так-то. Давайте, короче, просто пробежимся сюда. Да нет, давайте отобьем рестарт. Что-то как-то, несмотря на Крэга, не сексуально все это выглядит. Не сексуально. Вот какие-нибудь консы мне под землю нормально. Все, рестарты отбили. Сейчас играем на удачку. О. Сейчас все будет в говне, я уверен. Рэдди пришел. Ну или моя... Сейчас узнаем, может моя магия сильнее. Наверняка моя магия сильнее, на самом деле. Все останется, все дерьмо останется у Рэдди в трюме. Или как там... Как называется это? Туалет на борту. Так, ну вот одна дорога мне уже не нравится. Одна дорога непонятно куда. Так, ну ладно, хоть воздуха завезли. И то хорошо. Артефакт. Артефакт тоже неплохой. Одна дорога. Одна дорога, Карл. О, вот тут у конца есть. Тронговая. Пандорка за мощной охраной. Одна дорога вообще не заканчивается. Зато еще конца. И родной герой в таверне. Это Лил. Ну, не в таверне, в смысле, а вот тут. Так, ну ладно, давай тогда вот так вот скупим, изучим книжку. Так,
это здесь оставить. Вот этих ребят тоже здесь оставить. Полторашка опыта, лого. Двадцать два воздуха, пять водянок, 78 феечек. Еще тронговые. Так, нет, этот скилл нам не нужен. Есть собаки. Нам нужно больше денег. Наверняка собаки опыт. Зря я так далеко убежал, короче. Так, слоу есть, да? Ну все, значит, сейчас возвращаемся. И все по плану. Хотя криво я возвращаюсь. Криво я возвращаюсь. Надо еще одного героя. Поджал только себя зря. Все. Нормальный расклад. Две консы. То, что надо. Обе два с плюсом. Да, это без зря расклад. Хоть дорога и одна, зато на ней все, что нужно, есть. В хате обучение. Самый полезный навык. Ну, в ВТБ я бы его взял. 100% кача, это круто. А вот здесь что-то не очень. Как же так хота крю баланс не сделала? Баланс скилла. Так, ну тут хрен пройдешь. Хрен пройдешь. Еще конца, лол. Моя магия все-таки сильнее. Я не понял, я хоть в сторону деревни иду вообще, нет? Портал. О, прикольно. Так, ну поехали. Покупляем, покупляем землю. И встаем сюда. Так, Десса приходит. Даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Так.
Так-то и на Одессу пересесть можно. Только где деньги-то взять, чтобы ее выкупить? А еще и землю изучить надо же. Все не просто так. Короче, по ходу дела Одесса в пролете ввиду финансового положения. Потому что нужно еще строить водянок. Одесса пролетает. Ну, вот как-то так. Опа, улик, зефирку и завод однерков, нормально. Так, приходит ход. Поехали ходить. Лол, подземка. Жесть. Жесть, что-то уже который раз. Да, все расклады с подземкой, так что рестарты обновятся только что. Блин, что-то жесть какая-то. Я и не заметил, что подземка. Все-таки магия ради казалось сильнее. Ну да, не без этого.
Я уж там губу раскатал на конце. Но с того, что все генерации были с подземкой. Блин, воздушек мало пришло. Оу. Мужчина. О боже, какой мужчина. Я сейчас тебя прокачаю. А чё, для лохов, да, ГМ строить? Под магов-то. Пандориан, а тут не пройти. Только вот так вот. О, какие интересные столбики. Какие интересные столбики. Блин, да ты издеваешься. Ну ладно, объектов все равно еще не нашел, так что нормально. Реста заново, потому что генерации были с подземкой. Я генерил, не заметил. Каждым разом воздушек меньше и меньше и меньше. Идеальный навык. Думаю, чего мне не хватает? Вот оно. Сейчас всем наберу. Резистировать будем вообще по полной. 16 воздушек всего стек получился. Маловато будет, маловато будет. Так. Развилка дорог куда не шло. Опа. Нам сюда надо. Нам надо сюда. А кем лучше всего это сделать? Правильно, бабой с хастом. Баба с хастом, деньги на ветер. Правильно, а скрыть-то неким. Скрывать-то неким. Все медленные.
спелся. Я теперь оттуда еще и войско не вытяну. Медленные пёсы. Блин, реально все медленные. Дайте мне посмотреть обзорочку. Так, есть нычка. Ай, блин, сейчас же нычки говно. Я уже обрадовался было на секунду. А нычки-то дерьмище. Нычки-то дерьмище нынче. А кроме нычки, только еще одна нычка. Такая же. По мощности. Думаю, сейчас 9, уже думаю, 9 птиц. Нормально. Оппонент Одесса приходила с землей, говорит. Ну и ладно, ну и хорошо. Я жрать, правда, хочу. Ну ладно, там оппонент все равно через час уходит. Через час я покушаю. Так, есть улей. Опять 6 воздушек принес. Да чё ж ты такой слабак-то? О, зато пассис не промах. Пассис-то вообще не промах. Еще и греча не подвел. Пассис рассказывает, как нужно делать дела. Правда, вот это вот мне не нравится. Тут вообще никак никуда не пройти. На самом-то деле. Папа, пассис, выручай. А, нет, пройти-то здесь-то точно можно. А вот здесь нельзя пройти, да? Воздушек. Ну что-то на лизардов вообще пока что прыгать неохота. Пока что на них вообще прыгать неохота. Там хотя бы лес есть. Хотя есть блес. Ларта пиф-паф получше будет делать.
Что, попробовать сразу пробить? Собственно, кого ждать, темп теряется просто нереально. Даже думаю взять феек, потому что, ну, совсем тухляк. Пускай фейки умирают сразу. Так вот. Пускай мрут фейки. Лизарды очень жесткие твари. Сразу предлагаю сдаться. Ну так-то 50, как и предполагалось. От этого, правда, немногим легче, но... Давайте пока жандармим. Тш, минус 2. Еще и моральки. Не, ну это грязь совсем. Это что-то совсем грязь. Так, ладно, дохожу. Так, почти вырубаю стэк. Почти, правда, не считается, я слышал. Так, ну тут по мне хоть как стрелять будут, да? Хоть как стрелять по мне будут. Так, вот сюда побежит. Ну, воздушек не слил, уже хорошо. Ну, жертва, конечно, всех феи. Ну, а кому легко? Блин, весь таймер сжег. Крайне хреново. Так-то три ули, между прочим. Однородных объектов поднасыпало, приятно. Весьма и весьма приятно. Книжку-то купить надо было, правда. Так.
маска храняется. Чуть-чуть. Чуть-чуть, самую малость, маска охраняется. Палка. Что-то интересное охраняют тут ребятки. Конца есть на выходе, вообще прекрасно просто. Ну просто прекрасно. Так, пока что просто строимся. Так, что делать именно, непонятно. Начинать надо с ульев. А нычек что-то нету дополнительных, чтобы это сделать. Ну, хотя начать можно хоть с того улья сразу. На самом деле, наверное, так и надо. Приемлемое, не супер, конечно, но нормально. Сейчас возьмем склеп, передадимся, докупим гневичков, водянок и полезем в улей после первого улья. Сразу дальше. Блин, хотя, конечно, Джора маловато. Ну ладно, на минималку. Ну, в смысле, мини-предмини, я думаю, должны взять. Одновременный ход, конечно, круто. Ну, по крайней мере, на джебе, где не нужно следить за тем, что там у оппонента в данный момент происходит, по таверне и тому подобного. Какая вход разница, ну да. Так, сейчас.
Здорово, Вася. Так, что-то оппонент-то там расходился прямо. В ноль таймер жжет. Валеска микрит нам кого-то. А мне вот что-то не зашел этот. Какой-нибудь Пандор. Пандор бы на опыт очень, очень нужен был бы. Очень бы пригодился, я бы сказал. Блин, так-то мифалка рулит. Так-то мифалка рулит. Ну и логист тоже рулит. Блин, есть цех, есть улей, есть... вот эта ерунда и консерва. Короче, почти все объекты есть, кроме... Кроме костра. Ну, не костра, а как он там, Алой башни. Так, ладно, ход приходит наконец-то.
знания. Это вот, если не ошибаюсь, довольно легкое ГО. Или, может, ошибаюсь. Не суть. Так, здесь скупаем все мясо. Вот тут и Пандорка, и объект. Вот, кстати, это нычка Монера уже. Монер это здесь тащит. Надо будет как-то отбивать портал. Что-то я не рассчитал. По ходу дела придется кого-то увольнять. Минус морально сработало. О, как слабенько. А зачем? Я же хотел огневичков построить. Ой, красава. Круассан, блин. Что теперь делать, раз я такой молодец? Пробовать прям так ползти. Ну, в принципе, должны справиться. Книжку купил. Так, идеально. Идеально пробиваем. Только больше вообще никто не бьет. Все остальные просто стоят и дефятся. Третий СП. Накрутил. Нормально. Нормально
все равно тебя уволить придется. Так, на НАК, значит, эти не нужны, этих единички, эти не нужны, этих единички. Ну вот как-то так. Так вот полезем. Хороший рельеф, но их очень много. Блин, с этих точно со всех ответки надо снимать. Как бы сделать-то? Один удар. Блин, зря фейку слил просто так. Тоже придурок. Но воздушку убили, да? Охереть, просто воздушек посбревало. К херам.
книжка еще какая-то лежит. Так, улик третий тоже минималка. Да пофигу уже. Потери так потери. Что за книжка-то? Следующий ход узнаем. Еще угли есть. Пандорина. А чё я с алтаря не вытащил? Ёп, тоже конч. Просто конч. Так, что-то там оппонент говорит, что у него... Тут теперь ES не работает, чтобы сохраняться. Что за дела? А, тут в одновременном ходе не работают сохранения. Лол. Понятно. Ну, тогда надо завершить ход. На всякий пожарный. Суток маловато, чтобы бить любой блок, конечно. Но вот пойдем попробуем поговорить с Пандорой. Пандорка-то нормально. Надеюсь, кого опыта смахивает. Сбить можно, да? Говорит, сейчас попробует пробить блок. Это типа одновременный ход-то кончился, и я ни черта не вижу, да? Нормально так.
Да, до 1.1.7 стоит. Таймер идет. А что произошло тогда? Тут где-то что-то наводится, я видел, моргало. Заебись, ходка, блядь. А, дважды Enter нужно было нажать. Нормально. Пойдет. Нужно было дважды Enter нажать. Ну ладно. 10 тысяч опыта. Блин, надо было мудрость брать. Будем лечиться. Палатка есть. Хилимся, живем. У меня 3 минуты таймера. Все нормально. Книга воздуха. Книга воздуха. Если что, не разбиваться. Пополнить ману и сюда. Что-нибудь вроде этого. А ману пополнить проще здесь, чем там. Верно я говорю? Верно. Так. Этому парнише тоже надо. Так, ну ладно, оппонент вышел. Сдается сап. Говорит, плохо все. Пароль ССС. Так, ну давайте посмотрим, что там было. Ну, у меня неплохо было, в принципе. Не супер темпово. Я бы сказал, вообще не темпово. Но неплохо.